В недавнем ролике Михаил Литвин показал свою новую акулу. Ей стала BMW M8, довольно эксклюзивно, как для российского авторынка. Ее стоимость несколько десятков миллионов. Но главное не это. Не успел Литвин обкатать новую покупку, как уже заявил, что если под видео наберется 1,5 миллиона лайков, он сбросит BMW с моста. Спустя 24 часа под роликом уже 700 тысяч пальцев вверх. Ну и так, на всякий случай, просто 1,5 миллиона лайков наберется, я ее с моста сброшу. Вроде как рофл, однако позже уже у себя в Instagram Литвин еще раз напомнил о лайках под видео и еще разок подчеркнул, что если наберется 1,5 миллиона, тогда BMW ждет полет. Причем не с моста, как было заявлено в ролике, а именно с неба. Я скидываю тачку не просто с моста, как я сказал в видосе, я ее скину с неба. 1,5 ляма лайков. Под видосом на ютубе, под последним, с тачкой, как бабочка.